Так, следующая миссия «Ледокол». Отключить оснащение, блокирующее коммуникации и воздушную оборону комплекса, чтобы можно было безопасно осуществить вертолетную атаку. Ситуация. Данные, собранные вертолетами наблюдения, показывают, что главная узбекская база операции «Халида» — это старый советский комплекс коммуникации, защищенный гавани. Именно с этой базы «Халид» способен поддерживать мировую сеть современных коммуникаций с террористами и преступниками, которые составляют его клиентуру. Уничтожение этого комплекса несет тяжелый удар по его операции. База очень хорошо укреплена, однако воздушного наступления слишком опасно, пока мы не сможем отключить их подавление радаров и оборонительные способности земля-воздух. После вашей предыдущей миссии нам следует предполагать, что Халид знает о нашем прибытии, так что это не будет простой миссией. Желаю удачи, браво! Мышка, да? Я это возьму нахуй. G36, она мне больше нравится. Black Widow to Delta Team. Surveillance suggests a heavily fortified communication base guarded by the insurgent Soviet and cartel operatives. The base has an extremely sophisticated anti-air capacity. Air support is not an option. Repeat, not an option. Delta, infiltrate and destroy the communication hub and the anti-air radar located a few kilometers away. Good luck. We have incoming. Да ты, блядь, чертила, сука. Вертолет летит, блядь. Она хоть одного Ганни разбил нахуй там. Этот пулемет, ебаный, я забыл на него. Чтобы желательно джипарик тоже спасить, да.
Сейчас я его встречу. Пусть на куда он делся потом. Пока тихо. Что это было? Hell yeah, that's how we do it. Чё, стоим, пацаны, дальше давайте, ебать, идём. Чего, блядь? Ёбаный гранатометчик, сука, ебать. Как его? Ну, блядь.
Убиваем ее. Заебал этот БТР уже нахуй. Сука, взрывпакетов нет. Блин, долбоёб. Наконец-то. Еще один, ебись. Что, снарядов нету, нихуя догоняю. Сука. Ёбаный, ну а как вот тут нахуй? По-другому, то есть одна ракета всегда с тобой. Понятное дело, хули нет. Зенитка еще на. Ой, блять, это просто пиздец. Давайте, давайте, пацаны, штурмуем, хули стоим.
Гранатомет, а, его использовал. Заебало уже нахуй, блядь. Заебали твари нахуй. Чё, падла, движение, блядь, хуярят, метка, сука, видел, нахуй долетает, наверное, ёпта. А что он сделал? Кто страдал на тарелку? Сука, откуда вы беретесь-то, ебаный в рот? Заебись. Одень.
Блять, как мне это все заебало, нахуй. Как ты долетела-то, ёпта? Не разворачивает, блядь. Блять, это что-то с чем-то, нахуй. Где тарелка и что-то? Где здесь? А, вижу, вижу. Дальше что, ебать? А, все, да. Клуб такая, да чуть запарилась на месте, вот техники пиздец, сколько здесь. Превосходная работа. Мы нанесли серьезный удар по операциям «Крыса пустыни» в этой местности. Без этого комплекса он потерял значительную часть своих способностей. По осуществлению связи с клиентами источников своего незаконного оружия, а также немалое количество рабочей силы и припасов. Однако тот факт, что люди, защищающие эту базу, были действующими местными армейскими подразделениями, подтверждает то, что Халид добился больше, чем вы могли предполагать. Мы выиграли этот раунд, однако приближается большая битва. Все, типа, да? Следующая кампания.